Dzień dobry. To są panie, które przyjechały do Mielca z Odessy, z Ukrainy i odnalazły tu na cmentarzu żołnierzy radzieckich żołnierza krewnego. I byśmy poprosili o, że tak powiem, opisanie historii tego żołnierza. Może pani najpierw się przedstawi, proszę bardzo. Proszę się przedstawić. Tatiana Lubczynka. Tak, przeżywałem w городе Одессе. Tak, Ukraina. I tak, dobrze, może i pani teraz proszę. A mnie зовут Вера Любченко, я тоже из Одессы, тоже Украина. Mhm, dziękuję. I teraz proszę opowiedzieć tą historię Władimira Lubczenko, tak? Tak. I jak jest, kim on był, kim pani dla niego jest, jaka jest jego historia? Ну, вы понимаете, что я не могу сказать, какой он был, так? Потому что я с ним не общалась, так? Никогда. Я вам рассказываю, что у нас разница в возрасте очень. Угу. Ему было 18, когда я родилась. Угу. Естественно, мне трудно сказать, но единственное, что вот я знаю, что он родился в Елисаветграде. Город такой есть на Украине, Елисаветград. Сейчас его называют Кировоград, но он родился в Елисаветграде. Его родители коренные елисаветградцы, то есть мои дедушка и бабушка. У него был брат, старший брат, это мой родной отец. В 1931 году в городе Харькове, тоже на Украине, начали строить Харьковский тракторный завод. И моего дедушку, он специалист был по сельскохозяйственным машинам, технике вот этой вот, его пригласили работать мастером сборки на Харьковский тракторный завод. Он забирает свою семью, жену, двух сыновей, и они едут в Харьков. Живут там, работают. Вот. Мой отец подрастает, как говорится, заканчивает техникум и тоже идет работать на ХТЗ, Харьковский тракторный завод. А Володя учится. И вот ему как раз исполняется 18 лет, он родился в 23-м году. 18 лет ему исполняется, тут начинается война. И его призвали в действующую армию. 18 лет. 10-летнее образование, уже можно было по тем законам, которые существовали, можно было мобилизовать. Значит, мы, вот наша семья, фактически знали только, что он погиб в Польше. Была у нас повестка, то есть мы знали точно дату гибели, и все. И больше, как говорится, разговоров особенно не было в доме о Володе. Бабушка умерла в 44-м, дедушка в 48-м году. Ну, его только вспоминали, так вот умер и все. То есть погиб во время войны и все. Ну, возможно, была такая обстановка у нас в Советском Союзе. Не очень распространялись по погибшим, по репрессированным, в общем, по всем. Ну и это самое. А потом в интернете начали публиковать это Министерство обороны, Центральный архив Министерства обороны России, Российской Федерации сейчас, а раньше это был Центральный архив Министерства обороны всего Советского Союза. То есть туда стекались все документы по погибшим. Вот как мы наши расследования, мы сейчас занимаемся вот этими поисками и все, они показали, что не только там советские воины, там есть и иностранные воины, ну, архивы по иностранным воинам. В общем, очень богатый архив, но доступ, конечно, ну, я отклоняюсь, там доступ очень тяжелый, в общем, там своеобразный доступ. Тем более сейчас, когда весь этот архив остался в Российской Федерации, нам, мы уже иностранцы, нам уже доступ не очень дают туда.
Это очень сложно очень. И мы начали информацию собирать именно вот с этого так называемого мемориала. Угу. Туда выкладывали отсканированные документы. Вот, например, значит, чтобы понятнее было, по каким мы вот документам работали. Значит, сводные ведомости безвозвратных потерь, сводные ведомости о воинах, попавших в плен. Вот такие вот общие сведения вначале выставляли. Но сейчас выставляют другие сведения, по сведениям по военнопленным. В общем, постепенно все-таки работает. Мы вообще этим мемориалом очень довольны, потому что вот для нас, как говорится, иностранцев по отношению к России, нам удобно, есть хоть какой-то доступ к этим документам. Ну и что мы вот выяснили, значит, по Володе? Мы выяснили, что у него, оказывается, был второй призыв. Мы всегда знали, что его призывали в Харькове, в военкомате. Оказалось, что у него второй призыв. И мы начали выяснять, почему так произошло. Вот. И, вот, конечно, у нас еще полного комплекта документов, подтверждающих наши выборы, нет вывода. Но мы полагаем, что он попал в окружение в первые месяцы войны, потому что вы, наверное, знаете, что в первые месяцы войны такой крах был в советской армии. В 1941 году. В 41 году это разгром полнейший был, первые месяцы. И целые армии попадали в плен. И мы полагаем, что он тоже попал в плен. Но вот мы знакомились с источниками всевозможными. И получалось таким образом, что немцы, видно, такое огромное количество было военнопленных, что они не могли содержать это количество, и они отпускали солдатиков домой. Они оставляли себе комиссаров, коммунистов и офицеров. Угу. А вот рядовых они отпускали домой. Такие случаи были очень часто и на Украине, и в Белоруссии, и вот в начале в России. Но это было до декабря 1941 года. Потом мы тоже вот из источников прочитали, что где-то примерно в декабре у нас есть эта информация. Если нужно будет, мы тоже перешлем, да, Вера? Если вас это заинтересует, значит, было распоряжение не то Геббельса, не то, в общем, вот этих вот структур немецких, о том, чтобы не отпускать военнопленных, всех военнопленных, а использовать их в качестве полицейских, в качестве рабочей силы, может быть, пересылать их куда-то там в лагеря поближе к Германии, ну, в качестве рабочей силы. То есть до декабря это было прекращено, отпускание. И вот вы понимаете, мы считаем, что его успели, вот он успел, что его отпустили. Почему? Потому что мы давали запросы в архивы всевозможные, мы не можем найти материалов, где было бы написано, что он был в каком-то лагере. Вот, вот, кстати, вот этот вот мемориал тоже выставляет отсканированные документы по лагерям. И вот куда мы не обращались, нет сведений, и поэтому мы пришли к выводу, что он не был в каком-то лагере, а его освободили, ну, в смысле, его отпустили. И его другой раз повоали до армии, так? Так. Другий раз его повоали, кеды его другой раз повоали. И поэтому вот когда начали освобождать Украину, угу. Вдруг мы получаем тоже вот в этом мемориале документ о призыве после плена, получается. Но там в графе вот этой вот, ну, в табличке написано «после плена». Либо окружение, так, да? Либо окружение. И вот мы все-таки считаем, что у нас было либо окружение.
И вот там четко было написано, что он был призван в армию в 44-м году, в начале 44-го года. А это как раз начало освобождать Украину. Вот. И, значит, ну, с указанием, какой части, какой армии, все вот эти вот источники были написаны, куда его зачислили. И что самое интересное, в Одесской области. Написали, что в Одесской области. В общем, тут очень у нас еще много вопросов, которые мы не выяснили. Мы ходили даже, есть у нас издается такая книга памяти по областям. Туда включают, значит, военнослужащих, которые погибли во время войны. Мы ходили в книгу памяти Одесского отделения. И, значит, нам там предоставили список военкоматов. А вот в этой вот ведомости там название райвоенкомата есть, Одесской области. Мы знали, что такого района нет. В общем, короче говоря, мы четко знали, что он второй раз призывался. Где он был вот в это вот с 41 по 44, мы пока до сих пор не можем установить. Вот, мы пишем и в Харьков писали в архив, и в вот этот Кировоград в архив. Ну, в общем-то, в принципе, надо и самим поехать поработать. Вот, может быть, в следующем году поедем в Кировоград. У нас есть подозрение, что он, его освободили из окружения, ну, отпустили, и он пошел к родным в Кировоград. Там родственников достаточно много было, там большое количество родственников. Дедушка, бабушка еще его были живы, вот там, так что подозреваем, но это нужно, понимаете, вот у нас как-то в архиве сейчас, как вам, наверное, это не понять, потому что у нас немножко другой менталитет работников архива, вот они привыкли по старинке работать, они привыкли к тому, что посетителей нет. Они там себе что-то делают, что-то перекладывают. А сейчас вот в связи вот с этими вот мемориалом, люди начали интересоваться своими родственниками, которые погибли. Ведь некоторые даже пропали без вести, например. Люди ищут своих родственников, вот как мы искали, вот. Мы же благодаря вот тоже вот этим архивам, Красным Крестам нашли могилу. Так, я же вам говорила, вырванное, это вот даже непонятно, какой населенным пункт. Кеды написал, говорила пани, что написал лист до дому, тутай, с тех сторон, кеды это было? Когда написал письмо, когда он это говорил. Володя написал, ну, мне дядя Володя, но по возрасту вот сейчас, он же умер, 21 год ему было, он вообще теперь мне уже внуки годится, ну, неважно. Он написал 6 августа 1944 года. С местовощи? А 8 августа погиб. А из местовощи який написал? Откуда? Вы понимаете, в дислокацию не указывали. Ага. Вот треугольничек такой, и военная часть, и все. Нет, полевая почта. Полевая почта, номер такой-то. Все, тихо-ша, неизвестно. Даже не знали, что это из Польши. Доведялась пани, что в 2009 году уже сгинул в Жендяновицах, так? Ты узнала в 2009 году, что погиб в Жендяновицах. С Червоного Крыжа. Нет, не совсем так. Погиб Жензяновец, мы узнали так? С мемориала. Ага. Да, вот правильно. Мы узнали из мемориала, потому что вот в этих вот ведомостях, о которых я вам говорила, там и указывалось место гибели. И мы узнали, что это западная окраина села Жензяновец. Да. И это вот называется ведомость безвозвратных потерь. И вот там вот указывалось именно место, вот мы оттуда узнали, но это было тоже в 2008 году. Да, это было в 2008 году. И вот отсюда мы начали раскручивать вот это вот все. Угу. Поскольку моя дочь немножко по-польски,
она тоже написала в Красный Польский Крест. Нет, нет, мы сначала писали в городскую управу Мельца, узнать, угу. есть ли он, похоронен ли он на этом кладбище. Угу. Нам сказали, что его нет в списках. Угу. Тогда я написала в гмину Мельца. И сотрудники гмины попросили ксёнза Костёла в Жензяновице посмотреть на кладбище. Пришел ответ, что тоже нет этого захоронения. И тогда мы написали уже в Красный Крест Польский. Угу. Запрос, что вот у нас есть информация, что он здесь похоронен где-то. Ну вот где он похоронен. И когда пани подъяли децизию о приезде до Мельца? Лично я хотела давно сюда приехать. Но были определенные проблемы с визой, потому что мама пенсионера, нужно было показать, что я могу еще ее спонсировать. Вот. Но в этом году 70 лет, как он погиб, и уже откладывать было никак нельзя. И Польша упростила документы, набор документов, которые нужно подать, чтобы показать, ну, как, то, что мы не нарушители границы, то, что мы не нарушители режима. То есть, ну, в общем, звезды сошлись. Мы в прошлом году вот решили, что 70 лет будем обязательно пытаться приехать, там как-то будем документы собирать. Какие впечатления с того цементажа жовнежи радецких, с той урочистости, которая была вчера? Как то пани отчувают, какие отчутия? Как пани зобачили ту могилу этого жовнежа? Может быть, лучше маму спросить, потому что ну, на самом деле я... У нас совместные работы были с Варшавской школой экономики, и я 4 года попадала в Варшаву в районе 9 мая. Так. И в принципе я и имела представление о том, в каком состоянии, как замечательно тут поддерживаются вот эти вот комплексы советских воинов. И была на возложении венков, видела, что поляки, то есть несмотря на то, что даже в Варшаве, несмотря на то, как вот советские войска стояли, а там довели восстание, все равно они приходят и чтут память. Вот, то есть здесь было, в общем, ожидаемо. Может быть, мама впервые попала на такое смерть. Ну, właśnie. Как пани себя чула вчера, как была пани на гробе своего вуйка? Ну, я, во-первых, не только вчера, а и позавчера. Так. Первый, значит, день позавчера был, это во вторник. Да. Так. Да? Вторник. Ну, значит, что касается мемориала... В принципе, мы уже знали, как он выглядит. Мы уже знали, что есть плиточка, на которой написано фамилия, имя, отчество, и была фотография. Значит, есть такой генеалогический форум в интернете. Мы его зеленым называем форум, потому что на зеленом фоне. Там у... В общем, очень много уделяется внимания захоронениям советских воинов в разных странах. И поэтому, вот, в частности, захоронения в Польше, вот конкретно поэтому. И мы обнаружили в одном из сообщений, одна женщина была в Мельце. На этом мемориале. Ну и мы начали с ней переписку вести. И вот она нам даже фотографию сделала. А она была здесь и сфотографировала плиточки, где написаны фамилии. Мы ее попросили, она нам переслала вот эту вот плиточку. То есть мы уже, как говорится, готовы были. Мы уже представляли, что мы должны увидеть, как говорится. Вот, то есть не было такого момента неожиданности. Потом мы смотрели, как оформляется в других городах Польши тоже. В общем, мы знали, что где-то начиная в 47-48 году были массовые перезахоронения, создание воинов перезахоронения и создание мемориалов. Вот. Ну, в общем, много информации мы получали. Теперь, что касается Мельца, значит, ну, я, как говорится, благодарна властям города, что вот так вот смотрят за... уже 70 лет прошло.
и смотрят за могилами наших воинов. Я считаю, что это очень достойно, и все просто благодарно людям. В общем, я вам говорю, впечатление у меня хорошее создалось. Вот, единственное, что я думала, что на могилках номера есть. Пронумерованы они, потому что я видела где-то, тоже мемориал, тоже в Польше, но в каком-то другом городе, я уже не помню в каком, и прямо там фотографии были, и вот тоже вот могила, и на могиле такая цементная плиточка, красная звезда и номер. И вот я думала, что у нас тоже так же, у нас милиция, вот. И вот это вот мы вам рассказывали, что мы мучились с поиском этого. Вот, решили пойти в отдел коммунального городского хозяйства. Там нас очень хорошо приняли. Нам развернули схему этого мемориала, показали где, объяснили все это. Ну, вчера вы видели, мы уже четко знали, где наша могила. И женщина вот эта, которая нам показывала, консультировала нас, я говорю, может быть, мы дадим деньги, чтобы вы бирочки поставили. Не-не-не-не-не-не, ни в коем случае. Нам выделили, говорит, деньги, мы будем реставрировать, все это мы сделаем обязательно, приведем в порядок. То есть так приятно было, вы не представляете. Чили, разумею... А что касается города, может быть, вас интересует? Так. Не города, собственно. Только мемориал вас интересует. Так, але огульне ще як місто, як як подоба. Я в восторге. Я просто в восторге. Я не знаю, вот вы говорили, что вы были в Киеве, там, Житомире, еще где-то. Я не знаю, какое впечатление произвело. Но у нас, вы знаете, хоть я и живу в Одессе, что я одесситка и все, но меня все так раздражает. Это грязь, эти колдобины на тротуарах, это, ну вообще ужас какой-то. Здесь, ну, совершенно другой мир, совершенно другая, ну, в общем, короче, я в восторге. Мы еще, а до этого мы пересадку делали в Жежуфе, Жежуф, угу, да? Так. Это ваш областной, по-нашему. Вот первое, я вот мы шли, чемодан, сумка, я вот иду, я сначала не могла понять, в чем дело, а потом иду и думаю, это моя среда, это мое, это то, что мне надо, чисто, аккуратно, все вылизано, все зелено, все фонтанчики, ну в общем, я в полном восторге, Добже. В полном, я вот первый раз за границей, первый, и первых два города увидел. Все, я... Это мое. Dziękuję bardzo za rozmowę.